в Советском Союзе. Однозначно, мы все республики бывшего СССР, мы автономная республика. И все национальное богатство Советского Союза, созданное гражданами Советского Союза, было распределено по всем республикам. Мы не несем ответственности, что эта дача оказалась на нашей территории. Тем не менее, оно является национальным... Кроме трех объектов, дорогой мой. Дайте, пожалуйста, закончить. Это является национальным достоянием абхазского народа. Вы с этим же согласны? Конечно, согласен. Теперь не надо ставить вопрос, что люди, которые не согласны с текстом вот этого соглашения, против России. Мы не против России. Мы не против того, чтобы на этой госдаче находилась Федеральная служба охраны. Мы не против того, чтобы там кто-то отдыхал. Мы просто хотим дачу передать в аренду. Не на правах собственности, просто дать на правах распоряжения. Потому что пройдет время, у нас нет таких территорий, мы не Российская Федерация, мы не можем себе позволить так. Вы знаете, что в России... Но землю на правах собственности никто никому не передает. Секунду, можно? В России есть поправки, готовятся поправки, насколько мне известно, они готовятся, что не допускается безоговорочное какое-либо отчуждение территории, вообще безоговорочное. Слушайте, наша Абхазия ничтожно маленькая страна. Мы готовы им, да, мы не говорим, что не берите. Ради бога, берите, пользуйтесь. Но пусть это будет в собственности нашей страны. Они говорят, что в соответствии с федеральным законом не допускается финансирование объектов, находящихся в иностранной собственности. 79.1. Согласен, пусть будет так. Но неужели так сложно сделать исключение в законе? Для большинства. Потом вы сказали, что вот в толпе обсуждается. Какая толпа? Этот вопрос обсуждается в обществе. Гражданском обществе. В гражданском обществе, да, это людей беспокоит. Да. Это не, я не стал бы... Не скажите, что еще вся Абхазия только этим и занимается. Вся, может быть, вся Абхазия, не вся, я не ходил, не считал. Социальные сети, это еще не вся Абхазия, один, во всей Абхазии живет 250 тысяч человек. Не один момент, я еще хочу добавить насчет вот этих молодых, которые вот на спине вы там показывали. Чтобы вы понимали, мне 43 года. Эта дача не моя. Эта страна тоже не моя. Если она не моя, мне 43, вы намного старше, оно уже тоже не ваше. Это ихнее. Вот то, что вот сейчас, о чем мы обсуждаем, это тех молодых людей, которые по площади под дождем ходили с вот этими картонными вырезками. Это они имеют полное право на это. Они имеют, конечно. Они имеют, и мы не имеем права, мы должны учитывать их интерес. И единственное, что я прошу. Я не говорю, что мы должны как-то вот жестко сказать, давайте выбросим этот договор, да, пусть дачу отдадут. Давайте сядем, обсудим нормальный текст договора.